Компания Porsche официально представила новый Cayenne, который не только обновился внешне, но и получил обновленную техническую часть, главной особенностью которой стало возвращение бензинового двигателя V8. Он будет устанавливаться в версии Cayenne S вместо нынешнего V6 Twin Turbo объемом 2,9 литра. Такая модификация теперь оснащена 474-сильным мотором с двумя турбинами объемом 4 литра. При этом стоит отметить, что все остальные версии получили прибавку к мощности по сравнению с дореформенными вариантами. В передней части легче всего отличить новинку по головной оптике с другой начинкой ДХО, по измененным крыльям и капоту. В профиль кроссовер получил новые колесные диски размером от 20 до 22 дюймов, а на корме появились обновленные фонари с названием бренда посередине. В салоне главным новшеством стало появление трех экранов в стиле полностью электрической модели Taycan. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!